Выражение «писать с красной строки» пришло к нам с давних времен, когда печатных станков еще не было, и книги переписывались вручную. Ой, как же это было тяжело! Да, рука быстро уставала, но самую первую букву текста или всю первую строку переписчики старались писать очень красиво и красной краской. Ой. Ну надо же, первые буквы и строки действительно красные! Постепенно эта традиция ушла в прошлое. А вот выражение «говорить про начало строки красная строка» осталось. Понятно.